и приветствие всем зрителям телеканала «Донбасс». Вы смотрите прогноз погоды и уже совсем скоро узнаете все о планах природы на вторник, 30 мая. И расскажу вам об этом я, Николай Диденко. По прогнозам синоптиков, некоторым областям Украины грядущие сутки принесут дожди и густую облачность. Другим – полностью ясное небо и отсутствие осадков. Средняя дневная температура воздуха по стране составит 25 градусов со знаком «плюс». И прямо сейчас более подробно о синоптической картине по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 15 до 27 градусов тепла. На протяжении всего дня в регионе будет наблюдаться переменная облачность. В Полтаве и Черкасах в вечерние часы пройдет дождь. На юге страны термометры в течение суток покажут от 12 до 25 градусов со знаком «плюс». Одесситам синоптики пророчат небольшую облачность. Жителям Херсона и Симферополя безоблачный день. По всему региону прогнозируется отсутствие каких-либо осадков. С давних времен люди заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была 30 мая. Ознакомившись с прогнозом синоптиков, можно предположить, что нас ожидают достаточно комфортные погодные условия. Осталось самим убедиться в правдивости народной приметы. Время покажет. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 14 и 25 градусов выше нуля. В дневное время в Ивано-Франковске и Львове пройдут дожди, но к вечеру небо прояснится. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 15 градусов, а максимальная дневная достигнет 25 градусов тепла. Небольшие облака закроют небо над регионом с ночи и до конца дня. В полуденные часы повсеместно прольются дожди. На востоке дождевые тучи заглянут в Харьковскую область во второй половине дня. На остальной территории региона в течение суток будет преобладать переменная облачность. Термометры покажут от 13 до 27 градусов выше нуля. Во вторник атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха местами будет достигать 70%. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть плюс 15 градусов, а днем прогнозируется от 26 до 28 градусов тепла. В области предвещается легкая облачность. Осадки исключены. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 13-15 градусов выше нуля. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 23 и 27 градусов тепла. В течение всего дня здесь предвидится переменная облачность без осадков. Жителей Днепропетровской области ожидает по-летнему теплый солнечный день без каких-либо осадков. После полуночи прогнозируется 15-18 градусов тепла. В дневное время столбики термометров достигнут 26 градусов, также со знаком «плюс». И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 15-24 градуса тепла метеорологи пророчат Киеву достаточно облачный день и дождь с грозой в дневные часы. В течение суток на столичном небосводе возможны и прояснения. Это была вся информация о погоде на вторник, 30 мая. Удачного дня и до встречи в нашей студии!